Я не боюсь тебя. Ты еще не победил. Найди меня, палач. Я буду ждать. Остановился. Сейчас я его запеленгую. Жрец преисподней занял позицию. Его страж находится где-то впереди.
Конечно, нелегко найти бойца, достойного тебя. Но я все же очень постарался. Thank you.
не палач привел на землю демонов. Это тебе, Кан, Созидательница, обязана даром Аргент Энергии. Это ты навлек на свой народ все эти страдания. Тебе понравится выбранный мной страж. Могучие гончие гадоны из королевства Телос. Они считались вымершими. Их создали специально для охоты на палача и его ночных стражей во время нечестивых походов. И я, правда, немного доработал конструкцию. Представляю тебе свой величайший шедевр. Палач обнаружен. Отлично! Дави еретика!
сына! Атакуй! Мы еще не закончили. Хочет получить еще большую силу. Дары, что будут полезны в его славном походе. Возможно, в обмен на мою... Я регистрирую неполадки. Эта игра зашла слишком далеко. Сейчас я прерву ее вещание. Не обольщайся, гибель жрецов не спасет землю. Мой народ выживет. Я отвечу на людские молитвы и вознагражу верных мне. Этот корабль построен творцами. Она знает его системы. Последний жрец отправится в более надежное убежище. И мы продолжим работу безо всяких досадных помех. Местонахождение третьего жреца не определяется. Демоническая активность в точке вторжения повысилась на 41,3%. Это крупнейшее кровавое гнездо на Земле. Теперь я наведу портал на кровавое супергнездо.
Сохраняйте спокойствие. Обстановка только кажется тревожной. У нас все под контролем. Кровавое супергнездо находится рядом. Это место, где началось вторжение. Старейший оплот зла на этой планете. Силы комитета не смогли отразить атаку демонов.
демон может оскорбить нашу гостиную. Зовите альтернативно живых. Котел Вселенной. До сердца нужны еще два ключа. Ищите. Иногда эволюция нужно немного подтолкнуть.
Это сердце гнезда. Оно пустило корни в силовой установке комплекса. Гнездо можно уничтожить, включив генератор. Когда ваша душа будет подлыть. Теперь у вас есть доступ в центральный зал. Он будет запущен на полную мощность при ручной подаче команд с двух терминалов. Открываю первый за дверью слева.
снабжение наполовину восстановлено. Теперь вам необходимо активировать второй терминал, чтобы уничтожить гнездо. Я пока не могу открыть дверь, за которой второй терминал. Поищите обходной путь. Спрашивайте, что мы можем сделать для вас. Спрашивайте, что вы можете сделать для нас.
Магический барьер открыт. Этот вентиляционный люк приведет вас прямиком к терминалу. Перезагрузите его с командной консоли, чтобы убить сердце. Генератор перегружен. Двигайтесь к порталу выхода. Внимание! Основной генератор перегружен. Повторяю, основной генератор перегружен. Проследуйте к ближайшему аварийному выходу. Начат процесс самоликвидации комплекса. Сохраните работу и проследуйте к ближайшему выходу. Последнего жреца неизвестно. Вторжение демонов невозможно остановить, пока не уничтожен жрец и его страж. Чтобы найти последнего жреца, нам потребуется помощь. Рекомендую вам связаться с доктором Хайденом. Я настрою портал на командный пост комитета.